Привіт, я Нікіта Дріченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Сьогодні в мене гість, в мене знову виникли проблеми з тим, як його відрекомендувати. Олег, в мене таке враження, що ти вмієш все, але як ти сам себе представиш? Ти, хто ти такий? Що ти вмієш? Ми з Стасом Світлінським, коли ти поняли, все время задають вопроси на турнірах, як титри підписати. И мы поняли, что мы очень простые ребята, и все говорим, организатор ОСЛ. Ага, организатор ОСЛ. Але у нас так, сьогодні, до речі, буде інтерв'ю з двох частин. В одній ми будемо говорити про твою роботу в BC Дніпро, інша про ОСЛ. Ти ведеш інстаграм BC Дніпро. Да. Як давно? Два года, получается. Два роки. Полтора. Який, так, в числах приріст, які результати ти назвеш, коли ти прийшов, якщо пам'ятаєш, і на даний момент? Ну, раза в три, наверное, увеличилось. Было около там 2,5 тисяч, ну, может, 3 тисячі mm-hmm. подписчиков, сейчас 9, 9,5. Це активні прям люди? Да, да. Яким чином? Це не накрути вже, ні? Ну, это, если там участие там, в розыгрышах, в конкурсах, mm-hmm. можно считать какой-то там накруткой, понятно, люди прилетел, что да. Прилетел. Что люди, да. Не, некоторые люди участвуют в конкурсе, потом отписываются, ага. Но вот типа, сейчас 9500, и а это все время аудитория. А есть какая-то мета, чтобы сколько там, 20-30? Да нет, штук. Ну, было бы очень неплохо это получить галочку, да, ага. в Инстаграм, потому что очень помогает в работе. Эта галочка может прикреплять ссылки в сторис, ну или 10 тысяч подписчиков. То есть это вот... Ну, а так, тогда появляется эта галочка? Нет, это есть, появляется возможность прикреплять ссылки в сторис на любые сайты. То есть для продажи билетов, для там, голосования за лучшего игрока, ну всякое такое. Плюшки прилетают резко. Конечно, да. Найбільш активна аудитория в Инстаграм, что это за люди? Кто они? Это дети? Ну, вот если... Жінки, гравців. Ну, если это считать именно БК Днепр, то там разные. То есть это и дети, и пожилые. Сейчас очень ага. много людей понимают, что Инстаграм – это вот чуть ли не главная соцсеть, да, в Украине. И, то есть все регистрируются. И у меня мама 70+, недавно зарегистрировалась в Инстаграм, и лайкает, и реагирует на сторис даже мои. То есть вот, да, аудитория различная. То есть прям такой, чтобы активный. Есть там, да, там родители игроков, которые постоянно... А они что-то пишут, або просто там реагируют смайликами? Або там типа «Тимофенко, красава!» Ну да, вот в основном типа такого. Ага. Ну прям такого, чтобы какая-то была... Переписка? Да, да, такого нет. А просят там фотографии какие-то там скинуть, или что-то? Фотографии чего? Нет, нет, не просят. Иногда, да, бывают такие, набираются смелость люди и там просят, а сделайте там плакат с автографами всех игроков, или там мяч. Ну, понятно. У тебе, я так бачу, у тебе телефон просто з рук не виходить, особливо в дні матчів. Ти постійно відповідаєш, щось там пишеш, щось ну, робиш з телефоном. Ну, да, у нас очень, на самом деле, активна і аудиторія. Мені це в кайф, що ми создали це. І люди дуже багато роблять сторіс, тегають наш клуб. А є такі, наприклад, дівчата, які пишуть там, а можна мені, а де номер або інстаграм якогось гравця? Ні, залицяються. Не було так. Буде, коли з'явиться кнопочка, зірочка. Та ні, ну на самом деле... Все ж доступны. Игроков мы тоже как бы стараемся показать, что вот это инстаграм игрока, именно этого. То есть никакой проблемы нету подписаться на него и написать ему в личку самим. Слухай, а ось аудитория користувачів, вони більше, ну, на халяву ж кидаються, коли там футболочки розіграють? Да ну, нету такого прям, чтоб... На халяву. Естественно, это приятный бонус uh-huh. для человека, да, когда там этот. Но и без него люди ставят лайки, хотя очень мало лайков, ребята. Да, ну, на самом деле, в этом плане, да, люди ленивые. Человеку легче пролистать просто, то есть увидеть картинку и пролистать. Вот у нас 9,5 тысяч подписчиков, и там условных фотография в статистике показывает, что ее показов было 5 тысяч, а лайков у нее 500. Ну,
Зрозуміло, вони подивилися і поїхали далі. І перелистав просто. Слухай, а серед команд в чемпіонаті Суперліги, ну, ти дивишся за іншими інстаграмами? У кого там? Звісно, у нас самий крутий. Да? Ну, реально, да. От, я, хто тоді моніторю... другий, третій? Давай так. Хто другий, третій? Чи ти так не аналізував? Та не хочу хвалити другі клуби. Чий інстаграм найпопулярніший серед гравців команди? Нам перше, друге, третє місце. Найпопулярніший серед гравців. Ну, от Санон многим інтересен. Тобто фотки, відео з його, іменно, коли він на головній страниці, вони збирають більше лайків, більше просмотрів, більше репостів. Наверное, все-таки от, ну, с Санон, Санона бы я поставил на первое место. Да, потом нету такого, ну вот Джей Террелл, то есть это тоже такой эпатажный ну, пацан. Ну, у него такой бэкстейдж еще есть, да, до Днепра. Ну, конечно, да, будет, да, то есть у него вот именно аудитория та, которая активная. Угу. Очень много, если там он выбран MVP или там игрок матча, ну что такое. То есть это его там аудитория со штатов, они делают кучу репостов, тегают клуб, тегают его, ну, чтобы мы могли сделать репост. То есть вот в этом плане, да, намного живее. Ну и там просто люди, мне так кажется, что люди, ну, понимают, для чего это делать. Ага. Ну, якась культура використання соцмережі. Да, да. Угу. Які програми? Тому що я досить часто бачу в інстаграмах, в інстаграмі BC Дніпро ви використовуєте для усіх графіки. Ну, це для тих, хто, мабуть, хто захоче використовувати в своїх інстасторінках. Де ви їх берете? Як ти їх знаходиш? Зараз опять посмотрю, другі будуть використовувати. Да ні, на самом деле, ніяких там секретів нету. Ці всі програми в общем доступі, і кому яка нравиться. Нету якоїсь определеної одної програми, знаєш, що от... Ага. Типа, вона одна такою вміє. Ну, ти слідкуєш за тим, які програми з'являються, щоб використовувати. Ну, да, мені просто от мені, ну, я скачав там кілька програм і понял там для того же там для там обробки фотографій, наприклад. Ага. І я понял, що от цією конкретно програмою мені проще пользоваться. Ну, вона мені якась інтуїтивно понятна, вона там схожа там словно там на Photoshop или на что-то. Ага. І я пользуюсь ею. Вони коштують грошей якісь. Да, є як платні, є так і безплатні, є і платні, да. Найдорожча програма, яку купив, 1500 гривень на сезон. Ну, на год. Ага. Ну, це не досить дорого. Та нет, ну, это вообще, то есть, ну... Ти не активно використовуєш Facebook? Не активно, і, ну, я просто понял, що от начав його использовать, що там нету той отдачі, которую бы я хотел, хотя у меня достаточно много, благодаря USL, подписчиков со всей Украины, моих друзей. Можно было бы залучити, так? Ну, не то, что да, то есть, ну, нету того, ну, той отдачі, для чего, ну, просто загрузить фотки, ну, как бы для себя, ну, они у меня есть там, условно, на ноутбуке. Ну, тебе в телефоні є всі соцмережі? Там Твіттер, можливо, ще. Та й да, є Твіттер, але коли я писав твіти в 2012 році. Я обов'язково знайду останні твіти. Не надо. Там якісь розумні речі. Ну, сам використовуєш Інстаграм і рекомендуєш усім використовувати. Ну, да, мені кажется, що це зараз головна сеть. Тік-ток з'явиться у BC Дніпро? Я думаю, що ні. Чому? Ну, ось там, де платформа для медіа, який ти сам робиш, це взагалі да, все, на самом, ну, на самом деле, це прикольно, це дуже креативна штука. Часу не вистачить сам іноді можу заліпнути, да, в этот TikTok, посмотреть, чем страдают люди. ну да, но это, ну, чтоб развивать это надо тратить достаточно много времени. Сейчас это уходит там на Инстаграм. Ну, тем более, что не только Инстаграмом приходится заниматься по работе, поэтому... А у кого из гравців Дніпра взагалі немає Инстаграма або соцмереж? Є такі? Не было у Генри Дугата. Не було взагалі соцмереж? Да, да. Даже, если не путаю, то даже не было в Фейсбуке его. Вау. Да. А зараз у всіх? Да, вот DJ Cooper приехал, я его заставил завести новую страничку, сказал, что у нас очень крутой Инстаграм, такой, о, мэн, конечно, давай. А у кого тоді
найнеактивніший Інстаграм? Стас Тимофеенко делает две сторис в год. Да, это да, он там поздравляет жену, кажется, с днем рождения. Ну, найближче хоч. Да, да. Ну і що там, і котика якого-то запустить. Молодець. Ну, вот, він активний. У нього, да, у нього закрита страниця, ну не хоче, да, парень. Він у Facebook раніше був таким активним. Можливо, да. Зараз я вже не слідкував. Ну, прикольно. Серед соцмереж, які існують у гравців, я точно знаю, що ти допомагаєш вести сторінку. Да. Кому? Максу Закурдаєву, Редкіла. Тут з'являється, так? Моя любов, так. Да. У Макса, що за аудиторія, яка слідкує за його творчістю? Тому що я бачу, вже в нього там і розіграші, якийсь мерч з'являється. Він там щось ноги в якісь мішки засовує, гріє чи охолоджує. Ну, прикольно. Раніше такого я не бачив. Отже, є якийсь фідбек з тієї сторони? Да, да, да. Ми зараз поступає достатньо багато запросів на рекламу. Ми от уже, ми з ним любимо пити чайок. Уже парень сказав, давайте зробити. Ага, з чаєм? Да, 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 да. Я вам вишлю чайка безплатно, а ви за це зробите там рекламу сторіс. Тобто, ну, такое, типа, ага. Бартерная основа. Ну, нормально. Рекламная, смотри. Да. Ну, это не первый. То есть, там предлагают различные спорттовары. Вот со штанами лимфодренаж, которые, да, то есть, там сделали достаточно хорошую скидку за то, что будет реклама в Инстаграм. Ну, вот так, да, работаем. И... Питание. На что оно ему потребно? Это была, на самом деле, моя инициатива. Создать, у него был, есть личная страничка, которая продолжает там существовать. Была моя инициатива, потому что ну вот, реально не хватает этого в Украине, что игрок... Медийности игрокам. Да, 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 да. Это реально круто, когда у баскетболиста, как он показывает свою жизнь. Да, ну, мне это интересно, хотя я очень много общаюсь с баскетболистами. И так знаю все про них. Да, 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 условно и так очень много знаю, но мне было бы интересно смотреть даже там за вот, ну, нашими украинскими игроками. Ну, как Макс там Закурдаєв сидит, там чайок попивает. Ну, кит у него прикольный. Да. Любые ситуации жизненные. Не только баскетбол, хотя и баскетбол, ну, это в первую очередь. То есть посмотреть хайлайты игрока, я не могу просто посмотреть все игры там, украинского чемпионата там, или там, НБА, условно, Евролиги. А вот ты заходишь на страничку игрока, а там, оп, типа, какой-то крутой момент, типа, он там забил. Ага. Ну, это классно. Ну, а что Макс сам каже? Сначала он скептически отнесся к этой идее, такой, типа, блин, да ну, я не такой человек. Сейчас он вникает в это, ага. Ему уже тоже по кайфу я вижу, ну, в некоторые моменты. Ну, видно, як просто, коли ви пишете з ним відоси, як йому це важко, знаєш, дається. Ну, это трудно, но уже легче. Один дубль, два, три. Уже легче, некоторые видео записываются с первого дубля уже. Ну, добре, хлопці, продовжуйте робити. Я вже казав, що мені здається, що ти все вмієш. А хто ти за фахом взагалі? Де ти навчався? Учився в горной академії на маркетингі. Вау! Да, поэтому, ну, по суті, сейчас вот... Нарешті. Ага. А до цього моменту ти взагалі хоч день працював? Ти маркетинг? Да. Перша робота була економіст-маркетолог. Де? Фирма занималась металопрокатом, был свой завод в Кам'янець-Подільську. Вау, да ты на металле міг піднятись. Мог, но нет. Я как раз начал работать, 2008 год, вот это прекрасный кризисный год, когда развалилось все. Самый час. Да, не, начал в 2007, но вот. А у тебя трудовая есть? Да. Серйозно? Мама, у мене є трудова книжка. Ага, і там навіть щось записано прям. Звісно. Ти працюєш. І скільки тебе років стажу? Так? Ну, я не считав. Ну, сколько? 2-1.5? Та ні, ти що? Нормально, так? Да, да. Ну, є, звісно. Ну. Що можна купити на заробітну платню одну? Ось да. Ти заробив її в місяць... SMM, SEO і так далі. Що ти можеш таке собі купити? Можеш назвати в баскетбольних м'ячах.
Скільки можна купити баскетбольних м'ячів, наприклад, Спалдінг? Не знаю, скільки вони стоять. Ну, 10 м'ячей, наверное. Ага. По чому м'ячі Спалдінг? Ну, це дуже хороші м'ячі. Ага. Ця професія для тих, хто йде меншим шляхом супротиву, ну, мені не здається, що це прям дуже важко. Ну, тому що я трошечки це вмію робити, і є таке враження в суспільстві, що це якісь лодері. Ну, типу, в тебе телефон, ти просто відосики, красиво їх оформлюєш, в тебе є вже програма. Ну, якась не робота, а дурня. Чи це не так? Ну, слушай, это, во-первых, это куча времени. Это 100%. То есть, ну, такой, типа, ненормированный рабочий график. Угу. И, ну, креативность, мне кажется, в этом очень-очень важна. То есть, я не могу просто так, ну, то есть, без креативности, без вдохновения, и, ну, я не могу это делать. То есть, у меня иногда бывает, что вот все не идет совершенно ничего. Угу. И вот вчера мы приехали на тренировку, я думал подснять что-то, и просто я вижу, что ну ничего не получается, а лишь бы просто что-то снять, какое-то видео, как бегут пацаны, для меня это неинтересно. То есть... Повинна бути якась іскра в процесі? Ну, естественно, да. Я поэтому я не понимаю многие там вот, баскетбольные клубы, которые там становятся, ну не в упрек, но я не вижу просто смысла, становятся под кольцом и просто щелкают там видео моментов игроков из-под кольца. Ну, и это на поток, какой-то... на подтик просто. Да, да, это просто 15 историй, как разные игроки забивают. Забивают, подбирают. Назви свою стартовую пятерку БК Днепро. Закурдаев. Нормально. Диджей Купер. Джаред Террелл. Стас Тимофеенко. И Дима Глебов. И Дмитро Глебов. Боже. Ну ладно, Бобище. Ну блин, трудно. Бобище. Я забыл про Бобище, про нашего нового игрока. Да. Ну, на самом деле, Бобби, считаю, VP вообще должен быть этого сезона. Очень сильный парень. И ну, это реально для нашего чемпионата это игрок космос. Згоден. Ти один із двигунів так, української стритбольної ліги. УСЛ. Давай, розказуй, що нас чекає у новому сезоні. Чи буде він взагалі? Та сезон буде 100%. Со Стасом ми вже Світлицьким плануємо це, якраз от недавно почали. І кожен год хочеться зробити дуже круто. Ви не задовбались ще? Ти знаєш, от в якісь моменти хочеться там опустити руки і, ну, типу, реально трудно. Іноді. Но все равно проходит этот негатив, он отпадает. Ну и ты понимаешь, что ну, ты горишь этим. Я не могу без этого жить, так? Да, каждый год ты этим горишь всегда. И как это будет, к сожалению, пока трудно. Ну, работа, я так понимаю, идет. Ты пока еще просто не можешь про это говорить. Не то, что я не могу говорить. Просто это пока все наработки и ничем... Ну, у нас крутость нашего проекта всегда зависит от количества денег, которые мы сможем найти на этот проект. Щодо грошей, до речі, важко конкурувати з Федерацією баскетболу України, тому що зовсім різні фінансові платформи? Да нет, ніякої конкуренції. Ну. Ну, але вони так вважають, що УСЛ то конкуренти. Так это, їх, ну, їх проблеми. Для них, може бути, ми конкуренти. Ага. Для нас, ну, просто, типа, ну, я не вижу ніякої конкуренції від федерації. Ну, от зараз, ну, чесно, стыдно смотреть на то, что проходит 3-3 про-лига, или как-то там они ее назвали. Вот сейчас сезон идет. То есть это просто стыд. То, что превратилось, когда мы пришли в федерацию и подняли на уровень. В том году они молодцы. У них это было реально красиво. Много команд. В этом году это просто какой-то трешак. Ну, я не понимаю, для чего это вообще проводится. Повернемось до УСЛ. Є таке відчуття, що, значить, ось проект захворів, ну, він такий трошечки хворіє, і є два шляхи. Або якусь таку пілюлю треба проковтнути, щоб цей пацієнт ожив, або добити.
Ось яку пілюлю треба проєкту ESL, щоб він вийшов на не на новий або інший рівень, а щоб, ну, він не так звучно, але поступово, мені здається, що згасає той вогонь і у вас особисто зі Стасом, то й взагалі. Да. Смотри, угасає, ну от я ж говорю, повторюсь, це все йде від фінансування. Тобто у нас, к сожалению, у там правительства не будем брать даже федерацию. Самая, ага, яка. Да. То есть, возможно, поддержка от, ну, от любой структуры. И в 2013 году, когда нас финансировал Юрий Владимирович Колобов, угу. это был просто наш пик, и мы показали, что мы можем. То есть, мы гудели на всю Украину, это были просто Unreal турниры, которые вспоминают сейчас, этот финал на Крещатике. Да, так, так. Есть вообще легендарная история, когда к нам приезжали Dunkin' Devils, это прыгуны на батутах, которые забивают. И когда у меня жена вышла из метро, шла на финал, она подходила, у нас была площадка полностью огорожена трибунами, и вот стояли какие-то там ребята, выпивали там, ага. возле столбов, и она говорит, я прохожу, а один говорит... Чувак, там только что такое было. Ребята до небес прыгали. Ну, это образно говоря, но это реально успех. Пересічні люди, які дивляться на те, що вони ніде не можуть побачити. Нигде, да. Такого, ну, реально такого там в Україні там було когда-то очень давно. И это мы возобновили, и это был бесплатный вход. Это могли были увидеть все. Это было на центральной улице страны, на Хрещатике. Слухай, ну, а зараз, ось ще одна моя думка, що ОСЛ тепер виглядає, знаєш, якимось таким елітарним ком'юніті, де залишились лише ті, хто в темі і в темі назавжди. І це також своя фішка по типу, ну, там, гроші – добре, з грошима всі вміють, да. А ми вміємо робити так. 100% вже несколько лет. Тобто, ну... Я горжусь тем, что у нас есть семья ОСЛ. То есть, ну, я могу ребят этих назвать своей семьей. Это реально так, которые уже который год проводят турниры, которым все равно на какие-то там нападки там, от федерации, они всегда остаются с нами. Ну, это вот, угу. да, круто. Нету никаких там больших денег провести мега-турнир. С каким-то там призовым фондом или еще чем-то. Но мы все равно собираем достаточно большое количество команд в этих городах, потому что ну, все знают, все кайфуют. И, там, приезжают на призовой фонд там 5 команд, условно. Угу. Все остальные 50 – это просто прийти кайфануть. Назви три найкрутіших турніри ОСЛ, які довелось, ну, звичайно, довелось багато організувати. Да, три да. найкрутіших. Слушай, ну, знаешь, есть... Что прям гордость берет. Да, да, есть просто проекты, которые масштабные. Ну так. Которые мы, типа, провели, и ты понимаешь, блин, это настолько было сложно. И, ну, типа, реально ты устал, но ты кайфанул. А есть турниры, которые отличались своей локацией. Uh-huh. И вот, блин... Квалификация чемпионата Европы, это был не турнир ОСЛ, да, когда мы с федерацией провели, но это был самый масштабный проект. Это просто Unreal, когда всей командой мы там жили на площади, на монтаже неделю. Биля Олимпийского, да, так, да, так, да, так, точно. Да. То есть это приезжали международные сборные со многих стран Европы. То есть это было реально масштабно и круто. А были такие проекты, как в Борисполе на взлетно-посадочной полосе. Ага. Просто у нас стояли кольца, а над кольцами летели самолеты. И причем первый раз, когда мы это проводили, шел дождь, было не очень много команд, потому что было там трудно добраться. Из-за погоды, там, понятное дело, все думали, что не состоится турнир. Но ребята приехали, я тогда даже не играл, помню, что там какие-то со спиной проблемы были, было холодно. Но все реально кайфовали от обстановки. То есть вот. Есть вообще, есть куча
задумок, которые мы можем воплотить в жизнь, но вот не по, у нас в 2012 или когда-то мы почти провели турнир в метро киевском. Мы выбрали станцию, мы хотели ночью остановить вагоны, там, то есть поставить масштабно. Кольца наши. Ну, это не то, что масштабно, но это круто. Локация, да, да, вот это вот. Ради этого хочется кайфовать. Можно в Дніпрі на баржі зробити. Да, можна, слушай. Можна, все, що завгодно. Можна так? Все, що угодно, да. Просто... Тоді останнє питання. Назви три найкрутіших автопаті УСЛ. О! Ну, тому що та, так, ну, про них також ходять легенди. Слушай, ну, взагалі просто, типа, оно як одно, знаєш, таке, типа, нету какого-то очень крутого, какого-то хуже. Но это реально классно, когда вот, опять же повторюсь, вот это семья, да, и мы все вместе, игроки собираются не для того, что, даже не для того, чтобы поиграть в баскетбол, а чтобы просто прийти и пообщаться. Пообщаться так. На турнире, пообщаться на автопати, потом затусить. Этого, ну, не хватает всем. Все приезжают с разных городов. Все не видят друг друга. То есть иногда созваниваешься, там, переписываешься, но это все равно не то, не заменит живое общение. А вот это, типа, дает ту энергию для крутых автопати, потому что все друг друга знают, все друг друга чувствуют. Це був Олег Любимов. Пам'ятайте, що робота роботою, а автопаті за розкладом. Ми ще побачимось. Це був на Спортику.